Всем привет! Черная пятница продолжается, и я продолжаю показывать вам товары с многочисленными заказами с 11.11. Они интересны, полезны, и не зря же их заказали тысячи людей, значит, они того стоят. Приятного просмотра! Бритвенные лезвия – копия всеми известных станков для мужчин. Я лично покупал этот набор годик назад. В целом станки неплохие, но не для всех идеально подойдут. Если у вас густая, длинная борода, то такой набор лучше не покупать, а раскошелиться на оригинальные лезвия. Но тем парням и мужчинам, у которых борода не очень густая, или женщинам для бритья ножек, то такой набор можно использовать. Для не очень густых участков подойдет хорошо, и цена достойная. В магазине за цену этого набора из 4 лезвий вы купите только одно оригинальное. Покупать дешевые одноразовые станки в магазинах не рекомендую. У меня, по крайней мере, все одноразовые плохого качества. Светодиодный водонепроницаемый налобный фонарь с точечной и пространственной подсветкой. Работает от встроенной несъемной батареи. Отдельные включения головного фонаря и заднего габарита. И главная зарядка, мини-USB, коих полно, думаю, у каждого сейчас. Те, для которых куплен фонарь, будут в восторге. Честно сказать, интересный фонарик. Выглядит необычно и мощность хорошая для небольших расстояний. Используя, например, под машиной, ремонтируя ее, или в домашних делах, когда света нет. Например, когда проводку чините. Утолщенный коврик для ванной комнаты с эффектом памяти. Привлек меня ценой и дизайном. Стильный, мягкий, коротковорсовый, объемный оттиск камешков. Имеет противоскользящее покрытие. Прекрасно поглощает влагу, легкий в использовании, быстро и просто стирается и сохнет. Антискользящее покрытие сделает ежедневное использование всеми членами семьи максимально безопасным. Этот коврик делает вашу ванную уютной, а также обеспечит безопасность и комфорт при выходе из ванной, что немаловажно, особенно если в вашем доме есть детки. Водостойкая временная татуировка. Преимуществом таких рисунков является их универсальность. Вы можете экспериментировать с формами и местом нанесения. Это хороший вариант для тех, кто еще не решился на полноценную татуировку, или тех, кто любит новые образы. Временные тату не требуют особого ухода. С ним можно купаться и загорать на солнце. Наносить тату можно абсолютно на любую часть тела, вне зависимости от типа кожи. Оптическая беспроводная USB мышь с подсветкой станет для вашего ноутбука или компьютера незаменимым спутником. Благодаря ее приплюснутой эргономичной форме, такая мышь с легкостью поместится в сумке для ноутбука, не занимая там много места. Подключается мышка через беспроводной USB приемник и оснащена встроенным аккумом, который заряжается через микро-USB вход на переднем торце мышки. Правая и левая кнопки мыши имеют практически бесшумный клик, что очень удобно, когда нужно работать в тишине и не мешать окружающим. Отличительной особенностью беспроводной USB мышки является наличие цветной RGB подсветки, которая при необходимости может быть выключена. При включенной подсветке кромка по всему периметру мышки и логотип переливаются разными цветами. При включенной RGB подсветке эти же элементы светится красным светом, который отбивает светодиодный оптический сенсор. Многофункциональный армейский тактический ремень одинаково подходит хорошо к джинсам, к шортам, к тактическим штанам. Материал полотна – прочная кордура. Он не дубеет на морозе, не врезается в тело, весит совсем немного. Для крепления свободного конца есть кордурованная петля. Пряжка Cobra Lock обеспечивает надежную фиксацию. Его преимущество в том, что можно расстегнуть или застегнуть ремень одной рукой. Очень крепкие ремни часто используются военными, рыбалками, охотниками из-за быстроты снятия и надежности. Поэтому советую каждому эту модель ремня. Удобная и прочная, не надо пробивать дырки, и он не расслоится. Мощная сетевая зарядка на 65 Вт. Это новое поколение мощных зарядных устройств, собранных на полупроводниках на основе нитрида галлия. Использование кристаллов из новых материалов дало возможность уменьшить вес и размеры зарядного устройства на 30% без потери его производительности. Мощные и умные сетевое зарядное устройство BESEUS GAN 2 Pro поддерживает все стандарты быстрых зарядов, включая самые продвинутые Power Delivery PD 3.0 и Quick Charge 4.0+. Два выхода USB Type-C и один USB-A можно использовать как по одному, так и при одновременной зарядке двух или трех устройств. У Qualcomm технологию умного переключения режимов назвали INOV, то есть интеллектуальное определение оптимального напряжения. PD же это новый универсальный стандарт, позволяющий быстро заряжать не только смартфоны и планшеты, но и другие современные устройства, например, MacBook'и.
Гвозди для ремонта вакуумных шин. Они заполняют зазор с внутренним диаметром менее 5 мм без повреждения шины и утечки воздуха. Просто вставьте гвоздь в рану шины для завершения простой и эффективной работы по ремонту шин. Он плотно прилегает к шине, обладает высокой прочностью соединения и хорошей производительностью герметизации. Предотвращает попадание воды в рану и предотвращает ржавчину и расслоение стального ремня. Брендовые мужские хлопковые носки. Вот отзыв про этот важный мужской аксессуар. Отличные носки за такую цену. Качество как материала, так и пошива на 5. Швы ровные, торчащих ниток и неприятного запаха не обнаружено. Несколько стирок перенесли хорошо. Не стянулись, не растянулись и катышков нет. К телу приятные. Для моих очень капризных ног подошли отлично. Доставка 25 дней в Беларусь. Упаковка и фирменные пакеты по 5 штук в каждом. Фирма носков HSS, материал хлопок. Универсальная ручка-маркер с удлиненным носиком. Теперь преград не существует. Не существует мест, в которые невозможно дотянуться. Маркер всегда поможет провести разметку качественно и точно. Он оснащен специальным тонким и длинным носиком для труднодоступных отверстий и мест. Экстра длинный стержень выполнен из специального волокна с повышенной устойчивостью к стиранию и остается вполне пригодным к работе после сноса на 7 мм. Пересыхание маркера всегда было проблемой, но не для этого устройства. Даже когда маркер пересох, конструкции предусмотрено переворот стержня на 180 градусов и пересохший наконечник автоматически регенерируется. Такую процедуру можно проводить до 7 раз. Еще одним отличием маркера является большой контейнер для чернил, которого хватает на срок до 10 раз, более чем в обычных маркерах. Вот такая подборка получилась в этот раз. Делитесь видео с друзьями, если ролик кажется вам полезным, а также пишите в комментариях, что бы вам пригодилось из этого видео. Я вот тестировал бритвенные станки. Для моей щетины они не идеальны, конечно. Ну, у кого щетина совсем не густая и мелкая, то смело можно брать. Еще и по нормальной цене. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Хороших вам выходных, увидимся!